Добро пожаловать, ребят, с вами снова я, Шус, наконец-то, как я соскучился. Я могу звучать сейчас немножко, ебать, тут пришельцев, видимо, вызывали. Могу звучать немножко по-другому, потому что сейчас записываю с буткемпа. Давно не виделись, брал, так сказать, небольшой перерыв. Были немного другие активности, стримфест, он с работягами, с ребятами, встретились со зрителями, пообщались. Было действительно здорово. Потом подготовки к небольшим турикам, на которых мы тоже неплохо выступили. О, охота, люблю охоту. Бам! Бам! Почти. По второму почти. Ебать, ебашило пошло. А вам, ребят, спасибо большое, что потерпели, подождали недельку. Было, надеюсь, не сильно мутно. Продолжаем катать Far Cry. Очень хочу я постримить прямо отсюда, наверное, с буткемпа, так что после пары серий я запилю опрос в группе, и там мы определимся. Просто я хочу пройти Kingdom Come, Сталкача и еще кое-чего. Ну, именно Kingdom Come да пройти, Сталкача продолжить и кое-чего еще. Поэтому будет голосовалка. У меня есть желание на все, останется только вам кое-чего придумать. Тут теник на 70 метров, все, давайте дальше по игре. Очень рад камбэкнуться. Да. Что за хрень творится? Спасибо. Какого хуя? Вы же сектанты, блядь. Это же машина сектантов. Вы ёбнутые, что ли? Блядь, странные дела. 120 метров до квеста, но я для начала хочу раздуплиться и вспомнить, как правильно играть, если честно. Напоминаю, может быть небольшое эхо. Сука, а тебя я где-то видел, блядь. А еще миссии Клатча Никсона. Пума! А, нет, это Спарки. Он жив! Ура, ребята! Спарки жив. Где миссии? Дайте хоть посмотреть. Вот здесь есть доп. Задание какое-то. Есть тыквенная ферма Рэй Рэй. Это вооруженный конвой в долине. Клатч Никсон есть, блядь. Такой на самолете до Клатча Никсона. Клатч Никсон наша цель. По центру. Задать маршрут. Отлично. Одна серия раздуплений, чилинга и встреча друг друга после творческого перерыва. Вот. Плюс новый God of War вышел, надо бы посмотреть. Слышал, на последней сложности чертовски веселая игра. Так что можно будет попробовать. Сейчас будет Клатч Никсон. Блять, как я давно не слышал этот трек. А еще я на стриме, у меня есть этот, скажите мне, как правильно. У меня есть номер. Секретный номер. Прохождение Getting Over It за 10 минут. Это личный рекорд, блядь. Так что вот так. Еще я задумываюсь о Твиче. Если все пройдет хорошо, вы там просто кое-где, кое с кем, кое-как пообщались. Если все пройдет хорошо, то может быть даже стримить мы уйдем на Twitch. А здесь останутся только видосы. Так что на лайв не рекомендую вам пока подписку продлевать, потому что мало ли что может случиться, да? Вы продлите, а стримы там кончатся. Кому это надо, правильно? Никому. Так, не разъебнуться бы! Блять, как долго он... Это свои пацаны. Поехали, ладно, неважно. Я хотел взорвать, но потом понял, что это пленники. А если я просто зажму туда? Типа вот так. Есть, я выбил его? Да, я выбил его. Нихуя! Это я жесткий, блядь. Ну, Клатч Никсон подождет. А прикинь, метка пропала. Они же уехали, типа, в теории. А, нет, они здесь, все в порядке. Это кто? Это не похож, блядь, на своего парня. Это какой-то, блядь, мясник-убийца. Мясник-убийца и его приятель Джордж. Ладно, что там с ним случилось? Сердечный приступ, блядь. Ого, он нахуй выжил. Что? Что? О, мясник-убийца Джордж погиб. Нихуя ты сигаешь. Этого можно засыпать. Бля, как неудобно на самом деле. Ужас какой, блядь. Два магазина в пустоту, блядь. В челиков стоящего попасть не мог со снайперки. Все, блядь, пора в отставку на. Дайте патронов, пожалуйста, да побольше. Алло, вылазь, вам особое приглашение нужно? Или что? О, кстати, я уже 14 из 14 освободил. Порядочно. Мы даем им отпор. На этой локации фанатик борется с фанатиками. Сегодня тебе повезло, парень. Лидера лучшего, чем
внутри, им не сыскать. Не сыскать. А я о чем говорю? Разбежавшееся стадо. Стадо разворовали. Наверное, лучшее в Far Cry 5, что есть, это вот это. Вы доебали меня, блядь. Сука. Пиздец, это уже второй раз. Это второй раз происходит, нахуй. Конченые черти. Они написали этот трек специально для вот этого челика, который специально есть в Far Cry. 19 июня 1964-го. Клатч Никсон, величайший каскадер Америки, а уже Америки, устроил для своего лучшего друга Джорджа Рая трехнедельный мальчишник. Во время празднования Джордж поспорил с Клатчем, что тот не сможет пролететь через ущелье, уничтожив ошибка. Ошибка, блядь. На пути. Подержи мое пиво. Подержи. Клатч. Подержи. Несмотря на то, что Клатч был отдыхал до конца своих дней, он все равно сука люк раньше, чем его пиво согрелось. На данный момент ни одному смертному не удалось повторить его трюк. Блять, бессмертным так и удалось. Короче, слышишь, Клатч, спорим, ты не сможешь, блять, поджечь себя напалмом, сделать тройное сальто на месте, приземлиться на скейтборд и пролететь через ущелье, где снизу будет плавать 800 особей пираний, блядь, в одной стае. Подержи мое пиво, блядь. Ну, давай посмотрим. Сука, Клатч Никсон это лучшее, блядь, это золото. Ешь, молись, стреляй. Еще и не просыхал до конца жизни, мне тоже понравилось. И отрыв. Подожди, ну мы это уже что-то похожее делали. Именно пролетали мы так, разве не? Только другая карта была. Я не могу на это смотреть. А ты не смотри, дядя, блядь. За дело берется профессионал. Опять же, по звуку я... С эхом, наверное, мы никак, конечно, сейчас не разберемся. С небольшим. Это уж издержки. На-на-на-на. Главное, чтобы не было слишком дохуя громкие клики и клацки. Grim Reaper! Надеюсь, они совершили, кстати, роковую ошибку, юбики. Частенько я прохожу эту миссию до этого. До припева. One man. One American with honor, with pride. Проебал я все, о боже. Fucking A. Что? Кла! Немножко потратился. Но это не важно. Этот трек можно послушать и несколько раз, вы согласны? Тем более сейчас он начался раньше. А, наверное, ж про переезд еще многих интересует. Сегодня прям не Far Cry, мы просто давненько не слышались, и очень есть много чего рассказать. Хоть отдельным видосом, блядь, подкаст выпускает. Это, переезд уже практически завершен, и когда он будет завершен, я, естественно, все вам, ребят, расскажу. У нас еще было очень много интересных разговоров с интересными людьми на стримфесте, но я думаю, мы их с вами пробежимся... На этом, скажите, на стриме. Типа, сейчас все-таки Far Cry, я пытаюсь вернуться в колею, значит, вернуться в сюжет. Тем более, последний братец остался. Not afraid to lose it all. Single shot of whiskey. Ready to take a fall. One American with honor, with pride. Вот тут ошибка у меня была. Fucking A. Ну и похуй, блядь. Никсон! Никсон!
это смотреть. Сука, меня аж потряхивает, когда этот припев слышу. Пять секунд, блядь. Я на самом деле уже из-за того, что пропустил один кружочек, у меня схватка, блядь, с судьбой начинается. А карта действительно долгая. Где уже финиш, ёбаньки в рот. Подержи мое пиво, блядь, сказал плач. Ебать, мне тут времени поднакинули в вагон. Честно, если б ебаться в мишень. Ух, ебать! Гонщик вышел. Но это не факт, блядь. Это не факт, что гонщик вышел, блядь. Я вам так скажу. Я еще очень надеюсь, что на фоне не будет слышно других людей, потому что все-таки их много. Я закрылся ото всех, но мало ли что может случиться. Задача выполнена. Что у нас еще есть? Интересненького. Что там? Алло! Черт! Это у тебя? Алло! Давай поможем. Алло! Рай, сыновья. Алло. Мне сюда. Алло, алло, черт, алло! Алло, черт! Что, кто там? А. Алло, черт возьми. О, тут аванпост. Все грешники должны пройти исповедь. Все, кроме воля отца. Старичка-помощника. Опять, блядь. Честное слово, заебали меня твои. Я терпится добраться до тебя, помощник. Знаю, тебе удалось унести ноги в прошлый раз. Но не недооценивай этого ублюдка. До связи. Вы получили метку. Ну все по классике. Мэ-мэ. Начнем охоту на копов. Заходить живым. Он приедет. Они приехали ко мне, да, отсюда? Ну, конечно. Именно тогда... Они второй раз, когда я беру аванпост, они приезжают и пытаются взять меня, блядь. Не знаю, ребята, в кого вы там собрались нахуй стрелять. Начинайте, блядь. Начинайте что угодно. Сучьи дети, блядь. Помощник нужен живым. Хватит одной пули с глазью. Хватит одной пули. Я уже понял. Группа захвата приближается. А где там удачё такой? Вот один танк, два, три там. Они гоняют за мной, да? На пулемете, блядь. На, сука, насладитесь, блядь. Пидорасы. Никакой нахуй сегодня группы захвата. Что-то въебалось, блядь. Блядь, а сколько же вас здесь гоняет-то? У меня еще есть ракетка? Нет. Оп. Мне нужна ракетка просто срочно. Бля, они идут за мной? Блядь, сегодня тебе повезло. Мой волхак сработал очень плохо. Блядь, да их нахуй тут миллион! Идите нахуй, пожалуйста. Идите нахуй, пожалуйста, очень прошу, блядь. Ебать ему похуй, блядь, ты смотри. Да ебать! Да я, блядь, могу умереть сейчас, нахуй. Говорят. Я уже под кайфом. Идите в пизду, пожалуйста. Блядь, не убивайте, старички, не убивайте. Я готов вырубиться. Ладно, ладно, забирайте. О, боже. Тупо по КД машины с армированными пацанами. Ладно, вы были какие-то кацены там к ним. Подходит какой-то чувак. О, исповедь. Я не грешник. Нет, ты грешник, понял, грешник? Не смей перечить воле отца. Иоанн ждет. Хочет услышать его исповедь. Что там такое? На кого-то кровище течет, по-моему. Вот это тупо Outlast пошел. Нет, там просто кровище снизу. О, Иоанн, ты как? Че так пыльно-то у вас тут? Ебаный стыд. Люди смотрят. Не убрал тут, не протер.
Проблемы? Мать с отцом. Первыми научили меня силе слова-то. А протирать стол не научили, блядь, тряпкой? Однажды вечером они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Ты будешь меня колоть чем-то? Я не был напуган. Я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать... А, тату? Да. Мне тигра нахуяй. И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «да». Прямо на груди давай. Тигр давай. Свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но... А кто-то я так кричу? Показал мне, каким эгоистом я был. Только получал. Ну, хоть тут протираешь. Лучший дар. Тот, что ты отдаешь, а не берешь. Тигра давай. Но здесь нужна смелость. Смелость. Чипа Дейла, я передумал. Чипа Дейла набивай мне. Жить его. Вот это будет нормально. И нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоли показать, чтобы видели все. Тогда купола набивай. Это и есть смелость. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли. Ладно, и будете свободны. Я уже не боюсь, чувак. Ведь таков единственный путь. Бля, хуй с тобой. Кали что угодно, только не кали Фортнайт. Я готов ко всему, блядь, кроме этого. Ну, с кого начнем? Я. Да. Только не Fortnite, все что угодно. Майнкрафт набей мне. Ты об этом не пожалеешь. Майнкрафт — это моя жизнь. Правда. Но пока мы не начали, мне одному кажется, что помощник Хадсон должна вернуться к себе. Иначе мы нарушим тайну исповеди. Логично. Пока. Я не заберу у тебя жизнь. Я верну ее тебе. Удачи, помощник Хадсон. Я открою тебя. Это как у дантиста. Запомню твоими худшими кошмарами. И пока ты давишься, твои грехи явят себя. Ты душишь меня? И тогда ты наконец поймешь силу слова. Да. Он душит меня, блядь? Или нет? Нет, не душит. Просто держал меня. У тебя, кстати, козел красивый. Козел — это животное сатаны, чувак. Так что ты грешник, априори. Пока руку себе не отсечешь. Оп, 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 оп. Нахуй, 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 нахуй. Клатч! Никсон! Riding through the storm. Клатч, Никсон! Как же ты хорош! О, я в порядке. Исповедь, сюжетное задание. Что, пушек нема? Как быть-то, босс? У меня закончилось оружие и патроны. Можно было... Видали, блядь, парашютис бы открыл. О, пацаны. Ты отдыхаешь, блядь. На нахуй, блядь. Это было жестко. Я даже не знал, что я так умею, если честно. О, пистолет был. Как ты мог быть там что-то? Как ты там? Успокойся.
О, пивка решил попить. А ты знал, сука, что пить это грех? Пидорас. Я откуда знаю, что это? Сам я тут не местный, блядь. Бать, как пидорасит нахуй эту хуйню. Этот вентиль. Это, кстати, я в его бункере, получается. О, как бы вот, блядь. Чё, парни, видите? Братан, сотрясы даю один за другим. Грешу, так сказать, одним словом. Блядь, пёс? А это чувак жмёт. Ты пока книжку читаешь? Отдыхай, блядь. Отъебись от него, блядь. Бэб, я думал, я успею спасти братана. А тебя не сильно ебёт, да, что там шумит? Интересная книженция, блядь. Походу, очень интересно. Дайте мне вот эту лопату. Postal, господа. Postal 2, DLC, давно ждали. Аддон, так сказать. Кого они там потеряли? О, блядь, кого вы там потеряли? Ой, чувак, блядь. Вот, собственно, и все, блядь. Артерия на бедре прирезана, блядь. Тут у нас что? Избранный. Это про меня, значит. А тут что случилось? Я тут внезапно понял одну вещь. Я просто мешал себе своей же меткой, которую хуй знает, когда поставил. Ну, зато хожу, людей убиваю. Они уже ищут. Парень, не то направление! Mistake or made. Опачки, блядь. Я должен был идти на звук. Здорово. Ты ёбаный грешник, сейчас он мне скажет. Я знаю твой грех. Я так и думал. Он ведет тебя. Правит мыслями и делами. Твой грех. Гнев. Твой грех — гнев. Раунд. И я прошу тебя, прими гнев. Он наполнит тело, поглотит душу. А в итоге ты будешь пуст. Я буду ждать тебя тут. Мы будем. Окс. Я скоро приду. Не парьтесь. Помощник Хадсон, дай бог здоровья. О, бля, блаш. Тут мне нужен пистолет. Ебать, нихуя себе. Иди отсюда, блядь, негодяй. Да ебать. Колотить-то на. Что, что происходит? Как больно, блядь, здесь. ХП нет, меня жрет. До сих пор жрет. Выберитесь из бункера. Так, уже лучше. Собрался. Я не могу понять, откуда враг. Слишком глушит звук. Что с тобой, блядь? Ты споткнулся тело своего товарища? На нахуй. Все? Джентльмены закончились. Бог может направить вас, сука, по-любому, блядь, следу. Видишь? Это сила слова «да». Что, братан, ты очень глушишь. Это что? Сейчас бы убить того пацана с патрона. Ничего не добьешься, помощник. Я приду за тобой, когда настанет время. Ать! Сейчас очень важный маневр.
Оп! Уходи. Тупо Клатч Никсон младший. Бля, отвалите, слишком много голосов, я нихуя не понимаю. Жаль, Хадсон, но без ключа мы ей не поможем. Иоанна нужно как-то выманить наружу. Например, сорвать нахрен все его планы. Давай, за дело. Я почти сбежал. Исповедь выполнена. Ну ты хорошо, и патронов вроде хватило. О, я раздуплился, я немножко. Так, любой магазин оружия подходит мне. О, 30 метров. Так, не смей никуда ходить. Сектанты охотно заморили бы. Верните мне мои вещи, пожалуйста. Я продам вам пока всякие шкуры там, блядь, все, что хотите. Я миллионер. Я тут внезапно понял одну очень важную вещь, ребят. Я миллионер. Шкура медведа. Довольно дешевая, кстати. Испорченные шкуры. Их, кстати, тоже вагон. Да хуя что ты? Видимо, я дохуя взрывал животных. Падаль. Испорченное мяско. 5 штук. Уже работает пыль, который решит эту проблему, блядь. Не сомневайтесь. Я не сомневаюсь. Картинки. Пока я особо день. Не залагала. Текс. И шо у вас интересного есть? О, пиздатая лопата есть, мне уже нравится. Дигл есть. Ближний бой. Кастет, кстати. Выглядит неплохо. Пистоль. Ого, как у Арни можно взять вместо РПГ, кстати, да? Да? Однозарядный гранатомет времен войны во Вьетнаме. Это убийца техники М79. Сука, М79 это охуенный гранатомет, ей-богу. Дробовики. Дробовик мне, кстати, тоже очень заходил. У меня даже есть один старый добрый дедушкин. Так, Вектор. Классика, блядь. МП5. Слушай, ну Вектор, кстати, тоже интересно было попробовать. Наверное, он ебет. Автоматы. Мы сейчас стреляем с М-ки. У нас есть еще старый добрый. Выживальщик. Снайперки у нас хорошие. Нам нихуя не надо, по-хорошему. О, ебать, вот что нам надо. Указывать ракеты, куда лететь, вместо РПГ. Это факт. Давай, это на третью. Раскраска не нужна. Улучшенный тактический прицел, автоматически наводится на транспортные средства. Не, я сам поведу, нахуй оно мне. Так, это есть. Теперь автомат. М-ка, если честно, что-то мне не нравится. Дайте мне обратно калаш. А денег уже не хватает на калаш. Есть, сука, классика 47-й. Без обвесов мне, пожалуйста, ее. Буду хуярить со стороны. Как в Call of Duty 4, помните, золотой. Глушак не надо. Магазин тоже не надо. Не, я хочу стрелять с классики, блядь. Дальше. Это вторая пушка. Третья пушка. Да давайте мне дрободан. Старый добрый дедушкин дрободан. На единичку. Есть контакт, да? На единичку, говорю, дрободан. Ты поставился. И старый добрый пистолет Хитмана. А у меня нет? В смысле, не надо? Мне его надо выбрать. Персонализация. Так, подожди. Нужно дрободан есть. Себя. Классика со мной. Ракета управляемая и пистолет. Да, все четко. Ебать, ребята, это будет круто. За самолетом я, конечно, наверное, не угонюсь, но я бы очень хотел попробовать. Вот это братец. Блять, почти. Ну, что поделать. У меня еще есть что качнуть. Снайперские убийства. Это все отстой. Ой, ебать, копаешь. Здоровье себе взял. Просто еще одно. Так, а я могу просто съебаться от вас на задание? Это очень важно. Что тут? Жены конвой не круто. Фолсенд кейс есть. Давай на фолсенд тогда. Нахуй я точку высадки взял? Нет. Ну ладно, придется финтить. Вот, собственно, я и высадился. А можно мне патричи взять? На дробовик-то у меня. Нет, дробовик на неудобно.
Что ты хочешь, перец? Знаешь, что нам нужно? Яйца. Это факт. Я серьезно. Ежегодный праздник живота – многолетняя традиция. Да, действительно. Праздник живота – возможность для всего сообщества. Отмечаем, ебать. И заняться любимым делом – поеданием ковбойской икры. Этому городу нужно развеяться. Если устрицы скалистой горы не могут тебя развеселить, то дело дрянь. Понял. Проблема в том, что праздник перенесли из-за распроклятой секты. Знаете, что классно? Он пальцы правильно держит. Который не смог подать Уэвас с гарниром из счастья. Мы сделаем это. Но сначала достанем припасы, которые нужны для праздника. Он, когда режет парень по имени лук, Кенни, запер их в старом амбаре по моей просьбе. Но это неправильно. А вот это правильно. Ты сходи туда и принеси. Он сейчас очень приближенно к реальности держал пальцы, изогнутыми под себя. Ты никогда так не порежешься. Он шарит, типа. Так, боеприпасики. Пополнить боезапас. У меня хватит? Нет? 1000 просто. 2 косаря. Бау! Так. А, я хотел поменять хоткей. Спасибо, да, пожалуйста. Я бы хотел поменять хоткей. Да, мы возьмем типа этот, да. Возьмем его вот сюда. Да. После этого мы возьмем винтовку. Калаш. Поставим вот сюда. А после этого мы возьмем дедушкино орудие убийства и поставим его сюда. Проверяем. Есть. 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 Все, классика. Что за яйцами? Чё? Опа, нихуя. Я возьму это. Нет, мне нужна тачка Никсона. Да, балдеж. Ого, как он. Слышь, а он умеет. Он умеет обращаться с этой бандурой. Мастерская. Доставка со склада. Чё у меня есть? У меня оффроуд должен быть никсоновский. Вот он. Классика. Еще есть черт 4 штата. Свободу мне. Свободу, сморг. Не нужно. Я все время шевчу по привычке. Это не очень хорошо. Доберитесь до амбара. Амбар, сука, в другую сторону, блядь. Километр не проблема. Проблема канала. Блять. One man of his word. Ready to take a fall. Single shot of... А, не, сначала single shot of whiskey, а потом ready to take a fall. Блять. One American. Я могу просто высадиться где-нибудь рядышком? Типа сюда. Быстрое перемещение, точка высадки. Легко. Итак, у нас есть два варианта. Тихий и как обычно. Мы можем пробовать по-тихому, а можем сделать как обычно. With honor, with pride. Fucking hate. Блять. Они уже хуярят кого-то. Давай сначала по-тихому, блядь. Поговорите. Там, по-моему, помер, блядь, кто-то. Ладно, надо прибавить, иначе если он сдохнет, будет хуёво. По стелсу не получится, поэтому делаем как всегда. Ой, ребятки, блядь. Оп. Ты должен закрутить пулю, помните? Не хочу так сдохнуть! А, так ты бессмертен, ебать. Дымовая шашка, блядь, парни. Это не опасно. Оп. Бау. Хрюшку убили! Это все ебаные орлы, блядь. Не ожидал, сукин сын, да? А ты, блядь, что паришь? Думаешь, будешь долго жить? Ебать, у тебя, братан, пожар. Как бы орел не сгорел. Он сотку стоит. Ай, хуй с ним. Главное, что за хрюшку отомщено. Это ракетницу надо было брать первым. Если бы я знал, я бы ее сразу взял. Да шо ты, сука, выёбываешься, давай подъём, вставай, ёбаный шашлык, блядь. Ну, горчицу твою спишу, не могу, нет места. Давай подъём, блядь, шо? Как рыбалка, клюёт? Эй, тебя Кейси сюда прислал? Да. Ты издеваешься?
Пиздеваешься, пиздеваюсь. Один из стервятников проглотил ключ от сарая. Звучит смешно. Я просто на минутку отвлекся. В общем, поможешь мне? А то, прямо скажем, стрелять меня не очень. Убей этих тварей. По-другому мы ключ не вернем. Каких, блядь? Есть, блядь, один способ, нахуй. Улетела, блядь. Ничего, у нас еще есть одна целая попытка. Ох, ебать. Нормальное место ты выбрал, орел, чтобы спрятаться. Он сел? Он что-то спиздил, блядь. А, в одном из мертвых орлов ключ. Обыщите. No. Как бы я нахуй квест не сломал, тем, что я ебашил. Обыщите. Ключ есть. Из нее прям огонь тулит. А есть у меня какая-нибудь гранатка, типа, о, шашка динамитная, ну-ка давай. Кто? Кто это сказал? Оу, дали ачивку Troublemaker. Очень жаль, почти получилось. Что там, дружок, пирожок, блядь? А в твоем бар никак по-другому не залезть? Я бы мог нахуй просто ногой пробить, блядь, дырку, и мы бы зашли. Слушай, трейлер прицеплен к моему гру... Извини, пожалуйста, я случайно подскользнулся. Че говоришь, трейлер прицеплен? Слава богу. Да. Слушай, трейлер прицеплен к моему грузовику в амбаре. Я скажу Кейси, что ты скоро будешь, и... Давай все, что тут было, останется между нами. Спасибо. Хорошо. Не хочет, знаешь, чтобы его избили. О! Хот-догерная. В картошечку фри можно жарить. Наполнители в хот-догерную. Уничтожьте? Что уничтожьте? А если лопатой? Ну, лопатой можно. Да. Доставьте трейлер праздника живота Кейси. Сингл шат оф виски. Блять. А что тут за задание, простите? Вооруженный конвой. Угу. Нахуй, тогда нахуй. А я могу тут сейчас развернуться? Да, могу. One American. Приятно вернуться, на самом деле. У меня уже в конце глаз начинал подрягивать. Блять, подождите-ка секунду. Что-то нахуй я не то делаю. Глаз, говорю, начало потряхивать, подрагивать, когда уже, знаете, дней 5-6 не выпускаешь ничего. Сука, руки сами тянутся, но, типа, есть дела, которые надо доделать там. Ай, блядь! Нормально, прокнуло. Прицеп со мной? Все со мной. Здорово, пацаны. Но стованпост, но я... А хот-догерная, хот-догерная! Хот-догер... Все, не сагрились. На хот-догерную, блядь! Никто не агрится. Нахуй ты поворачиваешь? Автовождения не было, блядь. Хули он поворачивает, когда я смотрю туда? Типа специально, как будто включается автопомощник вождения какой-то, который мне нахуй не нужен, потому что я же знаю, куда я еду, блядь. И мне приходится с ним бороться. Что там? Хот-догерная! Хот-догерная, блядь! Я бедные фермы. Как же... Да! Бедные фермы, да. Знаете, давайте так. Пока мы тут будем проходить, если я буду задать какой-то вопрос, я должен буду посмотреть туда и ответить. Да? Не важно, какой вопрос. Сейчас я запишу серию и пойду съем хот-дог. Да! Если хот-дог бы сейчас было неплохо. Что-то не любители машины, блядь. Кто к ним привезти этот грузовик-убийцу, то эту дичь. Праздник живота выполнен. Ладно, ребят, очень хочу успеть сегодня зарендерить, сразу выложить и пойду еще позаписываю. Паркрай, наверное, даже, может быть, если повезет, то пройду его. Доброго ФПСа. Спасибо, что подождали. Камбэк. Камбэк. Всем спасибо огромное за просмотр. Еще увидимся. Всем пока.